Приветик. Дела хорошо, потихонечку. Настя, привет. Стёма. Как жизнь? Нормально. Приветики, приветики. Не хочешь заниматься бизнесом, НЛ? Нет, не хочу. Хороший бизнес – это свой бизнес. Первый совет. Не устал работать, братишка. Всю жизнь работаю, работаю, работал и буду работать. Вы скучали, спасибо. Нет, не хочу на трактор домой. Не хочешь снова быть лысым? Ну, мне будет идти лысым. Что нового у меня? Ой, я не знаю, что нового у меня. Пришел перевыпуск моей карты кредитной. Надо с нее снять бабки и заплатить другой кредит. Не игнорьте вопросы. Какие вопросы я игнорю? Тебе очень идет быть лысым. Господи, все, блин, мне подписчики писали, что нифига мне лысым не идет. Надо выселки поднимать, базару нет. Выселки и так поднимаются. Катюшка, привет. Идет. Вы вообще не ваш. Спасибо. Как мне Бородина? Еще добавьте подтекст. Нифига, лысый, мне круто. Спасибо. Я никуда не еду, я стою. В центре Москвы. Могу вам показать. Вот это вот галочка, это я нахожусь. Да, конечно, мне есть права тракториста. Может, дом 2, да может и в дом 2. Как дела у тебя? Все хорошо, сегодня спал в кроватке. Хороший, спасибо. Где сейчас работаешь? Компании 2412 City Mobile. В Орехово Зуево. Я с удовольствием куда-нибудь съездил, но некогда, надо работать. У меня тоже перевыпуск недавно был. Я также мучилась, но решила. Что решила вопрос?
Слушай, нету какого затруднения, позвонил, заказал перевыпуск и все сделали. Сказал, какой адрес мне удобно, и все. Надо забрать только. Я сейчас где живу, в Царицыно. Модель телефона iPhone 5s. Другой iPhone, не знаю. Как-то там китайский. Где права получил в выселках в Лучкомбинате. Пока. Привет, тыняшка. Спасибо, девочки. Что ты как жизнь? Нормально. У тебя как? Приветик, все время смотрю на тебя. Так похож на моего мужа, моей подруги. Капец, когда пришел на проект, я чуть не запнулась, думала, Толя. Скинь мне фотографии его в директ, я посмотрю. Сережа, давай я тебя борща сварю. Давай, свари борща. Ты где, в Москве? Борщ будешь мне варить? Давай на дом 2, там новенькие пришли, может понравится какая-нибудь. Можно заехать, что там, недалеко живу. Тоже о такси. А какую музыку слушаешь? Ой, я не знаю, если вот нравится, слушаю. Ну вот на данный момент мне нравится радио «Жара». С кем? С ребятами какими-то. С одним работал в такси, в другом. С кем живешь? Хай, тракторист, приветики. Не в общаге живете? В общаге живем. Ты снял квартиру? Нет, блин, искать некогда. Может, кто-то с Москвы? Есть комната, подселиться. Я бы подселился в комнату. Скоро приду на проект. Круто. А я ушел. Геля, привет. Красивая, кто красивая. Привет, Иринка, сестринка. У меня с другим проблемы были. У меня три карты, и там все перепутали. Ездила в город, решила проблему. Не все. Ясно, бывает. У меня тоже бывают проблемы всякие. Забери меня. Куда? Можно меня за щечки пощипать? Конечно, можно. Да вот, отлично. Спасибо, что спросил. Серега, а чё в Красе не таксуешь? Не знаю, думаю, в Москве намного лучше работать в такси даже. Привет, Нягань. Нягонь, привет. О, мне нравится это, КВН, Нягонь. Здорово, Серега, землячок.
Какие тебе? Какая тебе музыка нравится? Я даже не знаю, какая мне музыка нравится. Мне все нравится, разные стили, но что нравится, то нравится. Так не могу сказать. У тебя 33 сил, и типа не видишь смс. Ленча, привет, подруга. Уже 20. Такси узнают тебя, Сереж. Да, редко узнают. Иногда заобщаемся, говорю. Ну, в шоке, конечно. Тоже потом узнают пьяных. Пьяных. Ой, вы знаете, таких прям борзых редко бывает. Выпившие бывают. Юлька, привет, Никишка. А, Никишка. Зарплата. Сколько она заработаешь, только и хорошая. Приезжай ко мне жить. Нет, спасибо. Здесь такси, зарплата больше. Принцессу нашел? Нет, Олечка, не нашел. Как дела у тебя? Нормальная Иришка, работаю. Вот мне до пятницы, короче, UTP банк сказал, чего UTP банк. 34 косаря надо заплатить. Завтра Сбер пойду, карточку свою заберу. Кредитную заплачу. Можно не только за щечки, да, Сереж? Да, Сереж. Все вы тут на язык грамотные, как дело доходит, что-то никого не вижу. Я скинула. Спасибо. Привет, сколько времени у вас? Московское время. 20:26. К дочке когда поедете? Не знаю, очень скучаю, созваниваюсь, но пока, думаю, не скоро. Буду пахать. Да там ничего не было, разошлись. Я сегодня езжаю отдыхать, а я еще не доработал, что на своей не катаешься. На какой? На девятке? Хорошо, пока. А, не, я не похудел, я наоборот сейчас поправился. Терпение тебе, Серега, спасибо.
На своей лучше? Ну, на своей ты будешь экономить 1850 рублей. Если ты ее еще все оформишь, обклеишь, как положено. Спасатель МЧС, специалист в области выживания в городских условиях, условиях дикой природы, основатель спецкурса на УФУ без палатки и спального мешка. Если вы заблудились, если вы остались без рюкзака и вам нужно ждать помощи, пройдитесь, оборудовать вот это место, где вы сейчас находитесь, таким образом, чтобы вы могли переночевать, чтобы вы могли отдохнуть. Также ну, привет из Краснодара. Ну, здравствуйте. Купи свою. Да, Оленечка, купи свою. Купи. Как же мне ее купить? На свадьбу нет, не пригласили. Чтобы было примерно вашего роста. Костер у вас в стороне будет вас греть. На эти бревнышки вы ложитесь. Снизу нагретая земля будет вас подогревать. Если у вас есть чем укрыться... Я об этом не думаю, потому что не приглашают, не думаю. Если бы приглашали, я бы думал. Вы лежите на этих бревнышках, и сверху у вас... Привет, Апшеронск. И Афипская. Афипская, не знаю, Апшеронск слышал. Когда вы на огне нагреваете камни, флягу, либо бутылку с водой. И потом... Да, спасибо, мотоцикл. Кстати, ребята, кому нужен мотоцикл? Японский Suzuki Bandit, первый хозяин в России. 400 кубиков в отличном состоянии, очень красивый, красненький. Продаю 150 тысяч рублей. Брал в магазине, есть все чеки, оформлен с документами, даже еще страховка. Находится в Краснодарском крае. Да, мне Сейшел не хватает. Напомнила за мотоцикл. Встречать будешь? Ой, ребят, Новый год я буду работать. Надеюсь на хорошие чаевые. Грейси тогда так. Ну да. Сама ты обезьяна. Не, не забыл, мне OTP банк каждый день напоминает, что он есть. Томск, там Гриц рулит. Да, Оль, платишь. 34 тысячи за должность до пятницы пообещал погасить. Сейчас завтра, скорее всего, пойду в Сбербанк, карточку заберу свою кредитную. На перезапуск попросил.
Она у меня у станицы карточка, ее здесь сейчас восстановили. На дом 2. Когда собираешься? Никогда. Курск. Привет, почему ушел с проекта на видео? Не видел, а проголосовали. Приветики. Я в Москве. Привет, и Орел. Вместе проезжайте. С кем? Кто скоты? Выгнали. Что так темно? В машине сижу. Это москвички. 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 Модные москвички. Поеду по работе. Подруги нет, почему ушел с дома? Где, блин, заказ? На голосование ушел. Хочешь найти девушку из Москвы? Но если получится, то мне без разницы. Ну, в Москве хотел бы встречаться с девушкой. Девочки, которые находятся в Москве, кто хочет со мной замутить, пишите в директ, давайте увидимся, поговорим, чё по чём. Прокачу по МКАДу. Могу по Садовому. Да, иногда нравилось всегда. Иногда нет. Блин, не хочу я эти очки. Спасибо. Езжай работать. А у нас акция. Вот эта вот зона. Стою в этой зоне, уже работаю. Мне надо стоять, можно стоять, можно 10 часов.
Вот смотрите. Мне осталось отработать час 31 минуту, и тогда я могу уже сегодня не работать. Ну да, пока в моем месте заказы. Какой-то дядька едет на джипе. Все, мне надо отъехать отсюда.